Пироги и блины, штрудели и разнообразные лакомства. Ежегодно в сентябре отмечается один из самых вкусных праздников – День шарлотки и осенних пирогов. Отпраздновать его решили в Центре культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта», что в поселке Дубровский. Сегодня наши участницы из активного долголетия приходят не с пустыми руками, с какими-нибудь угощениями, с пирогами. И должны будут рассказать, как они приготовили. Рецептов оказалось великое множество. И пусть говорят, что шарлотка с яблоками – красотка. На самом деле у этого пирога начинка может быть практически любой. И опытные хозяйки часто добавляют в него то, что есть под рукой. У нас сейчас сливы падают и яблоки взрослые. Елена Зюзина пришла на праздник со своим фирменным пирогом «Манником», который печется на манной крупе. Многие из гостей попробовали его впервые. Для женщины же это одно из самых любимых лакомств. Это блюдо у нас очень давно, и, наверное, из моего детства еще идет. От мамы, от бабушки. И вот и я как-то про него тоже вспомнила и стали готовить. У меня, в принципе, вот внуки-двойняшки, они, можно сказать, выросли на этом маннике. Туда можно орехи добавлять, любые сухофрукты. Все, что вот какая фантазия у вас есть, можно туда добавлять. Стол буквально ломился от ароматных и аппетитных блюд. И, кстати, не только сладких. Надежда Веселицкая принесла пирожки только с пылу с жару. Равнодушным не остался никто. Пирожки готовятся недолго. Тесто, правда, готовится где-то около часа. По бабушкиному рецепту дрожжевое тесто. Пирожки с капустой. День шарлотки и осенних пирогов получился душевным и уютным. Вдоволь полакомившись и наговорившись, участницы праздника с удовольствием пели и не менее азартно танцевали. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.